Украинцы, Беларусь, доброе утро, страна. Третий час прямого эфира открываем мы, Нина Мажей, Ольга Венская. И готовы вам сообщить, что сегодня у нас среда, и это 28 июня. Да, и еще готовы поделиться лайфхаком от Маши Хрусталевой. Да, если вы не можете с утра проснуться, сегодня такая погода и вообще такое атмосферное давление, что сложно просыпаться, это есть правда. Есть такой момент. Да, просто, пожалуйста, завяжите себе хвостик повыше, как наша Маша Хрусталева. Доброе утро тебе. Затяните пояса потуже и хвостик повыше. И глаза сразу откроются. Доброе утро, да. Я хвостик затянула, глаза открыла и предлагаю окунуться в мир медиа и узнать, что же произошло интересного на этой неделе. 2 технологических миллиардера Илон Маск и Марк Цукерберг договорились сразиться друг с другом в традиционной клетке для боев смешанных единоборств. И пока многие рассуждают, шутка это или все по-настоящему, Мэй Маск, мать Илона, запретила ему драться на ринге. Мэй предложила альтернативный вариант боя без шуток, бой только на словах, в креслах на расстоянии метра друг от друга, и побеждает самый смешной. Возможно, на эти мысли Мэй подтолкнул спарринг по джиу-джитсу, который провели Марк Цукерберг и Лекс Фридман, обладатель черного пояса по джиу-джитсу. Фридман занимается японской вольной борьбой более 15 лет, а Цукерберг, в свою очередь, тренируется около года. Маску есть над чем подумать перед тем, как соглашаться на этот бой, физически, по крайней мере. И все-таки даже есть какая-то трогательная в этом история, мне кажется, что вот два очень крупных миллиардера мировых договариваются там о какой-то борьбе, а все равно последнее слово за мамой. Это еще жена Цукерберга не вмешалась, да, вот если бы она вмешалась. Но вообще, конечно, то, что вот Илон Маск маменькин сынок. Дуэль так дуэль, надо сказать. Ну да, мама все рассчитала. Она вот как раз-таки все эти риски подумала, что действительно вот Цукерберг-то занимается, а что Илон? А Илон пока не в форме, возможно. И мы, кстати, неоднократно обсуждали это в эфире в нашем, что форма у Илона пока так себе. А с другой стороны, мне кажется, про словесные баталии будут интереснее во всех смыслах. Два умнейших человека современности. Вот пусть бы не словесно как-нибудь посражались друг с другом. Вот. А слова порой бьют больнее, чем какая-нибудь там перегвоздили драка, бы друг друга к креслу. Да, согласна. Вот это действительно. Тогда и посмотрим, кто кого. Тогда но я послушаем. Предлагаю переходить к следующей новости. Элтон Джон последний раз выступил перед публикой. Известный британский композитор и исполнитель дал прощальный концерт на музыкальном фестивале в британском городе Гластонбери. Он вышел на сцену в золотом костюме и традиционных очках, которые давно стали его визитной карточкой. Свое выступление Элтон Джон начал с песни «Пинбол Wizard». И, между прочим, эту композицию он не исполнял на протяжении последних 10 лет. Сам исполнитель признался со сцены, что для него это событие насыщено эмоциями, потому что, возможно, это последнее выступление в его жизни. Ну что, верим этому? Я думаю, что скептически нужно относиться к этой информации. Вы смотришь на Элтона Джона и понимаешь, ну куда уж там последнее? В Элтоне Джон еще столько сил и энергии, еще на лет 20 хватит. На самом деле, сцена – это такой мощный наркотик, и артист, который столько лет провел на сцене, мне кажется, не сможет отказаться так просто. Понятное дело, что не будет таких плотных гастролей, но какие-то разовые, классные такие вот концерты, мне кажется, от этого Элтон, ну, не сможет отказаться. Это да, и на самом деле многие скептически относятся, мне кажется, к этому выступлению, потому что вот вроде как и попрощался, и такие громкие слова сказал со сцены, а на самом-то деле ходят слухи, что даже у него еще и продолжается его затяжное прощальное турне, и вроде как даже в Стокгольме он будет выступать в следующем месяце. Вот видишь, лет... уже все затягивается. И так лет 20 будет прощаться, и я уверена, что на эти прощальные концерты будут хорошо раскупаться билеты. Однозначно. Так или иначе, на радость зрителям. Ну что же, идем дальше. Недавно на онлайн-площадках вышел второй сезон продолжения сериала «Секс в большом городе». Многие зрители, затаив дыхание, ждали возвращения Саманты Джонс в новом сезоне. Но главной новостью стала информация о том, что на одежду Кэрри Брэдшоу и ее подруг в сериале потратили 3 миллиона долларов. Дизайнеры сериала рассказали, что во втором сезоне зрителей ждет множество необычных образов героини Сары Джессики Паркер. Известно, что за стилем героинь стоит огромная команда. Это байеры, координаторы, помощники и водители. Вещи приходят из магазинов, из других стран. Многие, кстати, делаются на заказ. Для каждого персонажа производят отдельные закупки. А чтобы собрать все эти вещи вместе, используют множество стеллажей с одеждой. На обычной примерке, например, от 8 до 10 стеллажей, примерно 30 или 40 пар обуви, еще 30 или 40 сумок, не говоря уже об украшениях. В общем, очень много финансов тратится на одежду и украшения персонажей, а на самом деле все-то все равно ждут возвращения Саманты Джонс. Вот именно. А то нам тут в пыль в глаза бросают с этими нарядами. Но вот как изменились
нравы, какие времена наступили. Вот послушайте, девочки, вот раньше бы мы восхищались, говорили, ой, сколько нарядов, как хорошо, как прекрасно. А сейчас мы думаем про разумное потребление, рациональное использование, да, Оля? Мне кажется, если бы как раз-таки героини вот разломали этот стереотип и просто весь фильм практически были в одних и тех же нарядах, в этом было бы больше интриги. Тем более, что есть такой очень мощный тренд. Многие медийные персоны сейчас появляются в одной и той же одежде на разных мероприятиях. Не считают это зазорным, и никто не тратит на это 3 миллиона долларов. Да и вообще, действительно, тренд на экологичность. 30 или 40 пар обуви для одного персонажа. Только подумайте, кому это нужно? Они, наверное, просто рубрику со стилистом Татьяной Булгак не смотрели. Она бы точно всем рассказала. Максимум вот два варианта. Собрала бы капсулу. Из них можно выбрать и в этой капсуле сниматься весь сезон и еще следующему персонажу оставить. Ну, в общем, есть о чем задуматься, мне кажется, создателям этого сериала. Да, многие актуальные темы они якобы поднимают в сериале. Но вот самую главную тему как-то упустили. Это разумный подход вот к таким вещам, даже как одежда. Можно красиво, дешево и сердито. Вот так. Поэтому наслаждаемся новым сериалом, но при этом помним и про экологию. Ах, вот поругали, прям как-то причало, да? Порой выпустили. Но мы были бы не мы, понимаете, если бы мы так не сделали. Маш, спасибо тебе большое за такую классную подборку новостей. Было что обсудить. Желаем тебе хорошего дня. Спасибо. Вам желаю прекрасного летнего дня.